чье мнение важно для вас на выборах в Думу? Точно не Путина. Это я могу точно ответить. В первую очередь буду к своему мнению прислушиваться. По Москве видно, например, что по новому голосованию депутаты активно работают. Как это сработало в регионах, к сожалению, не могу сказать. Конечно, Путина, потому что наш президент, поэтому его мнение самое главное. А так вообще мне нравится ЛДПР, Жириновский. Определенная оппозиция, Навальный, КПРФ. Хочется жить лучше. Хочется лучше государства иметь. Это очень важно для молодежи и для вообще современного общества. Потому что то, что крутит по телеку, ну объективно это все неправда. То есть правду не показывают по телевизору, потому что она невыгодна. Интересно и мнение того, что предлагать будут люди. Вот. Но, конечно, такие авторитетные фигуры, например, как Путин или как лидеры партий, или, может быть, ну, по этому поводу мысли моих друзей и товарищей для меня будут иметь значение. Ну, поаргументированно, если все будет, то да. А если брать умное голосование Навального? Я рассмотрю это среди всех, так сказать, мнений, если предоставить, что называется, посмотреть, почему, типа, вот этих вот выбирать, а не тех. Прежде всего, свое мнение. Я вообще не за Навального, не за Путина, я вообще придерживаюсь всего этого. Поэтому я просто наблюдаю со стороны. Скорее всего, это мнение либеральных сил. Уж точно не Владимира Путина. И не партию, которую он поддерживает, Единая Россия. Я буду ориентироваться на умное голосование.